Слава Украине! Привет от Полонского. По поводу сегодняшних ракетных атак по Украине со стороны фашистской России. Смотрите, сегодня было море, просто целый день, одна за одной тревога. Ракеты падали в Одесской области, ракеты падали в Харьковской области, еще где-то падали. А, в Житомирской области, естественно, Малин, да. Скажем так, что за исключением нескольких падений, попаданий в Одесской области, все падало по жилому сектору, либо по пляжам. Ну, вот, например, смотрите, Лозовая Харьковской области, сегодня все это видео уже, наверное, 20 раз посмотрели, у нас на Телеграме оно тоже есть, соответственно, ракета попала четко в Дом культуры. Там рядом ни одного военного грузовика, ни одного военного нет вообще, город не находится на линии фронта, как говорится, довольно далек от нее. Почему они выстрелили именно по Дому культуры? Ну, мы имеем дело с расистами, же прекрасно понимаете. А зачем они сожгли музей Марии Примаченко, художницы в Киеве, под Киевом, в Иванкове? Зачем они его там сожгли? Ну, такие, потому что мы имеем с нелюдями дело, да и все. И немножечко кумедный, что называется, случай произошел также в Одессе, где ракета расистов стоимостью, как обычно, там в 5 или в 7 миллионов долларов, угодила в общественный туалет на пляже. Раненых и пострадавших нет. У меня все. Героям слава.